Украина стала еще на шаг ближе к вступлению в НАТО. Накануне в Брюсселе утвердили программу подготовки официального Киева к присоединению к Североатлантическому альянсу. Украина сейчас гораздо ближе к НАТО, как никогда раньше, и мы дальше поддерживаем ее борьбу за свободу и путь в НАТО. В ходе первого в истории заседания Украина-НАТО Киев представил годовую национальную программу по дальнейшему реформированию в соответствии с требованиями альянса. Украина, в принципе, ожидает от НАТО конкретики по поводу условий вступления в НАТО в будущем. То есть какие должны быть проведены реформы, что в целом является условием, и когда эти политические или любые другие условия будут достигнуты. Именно эту конкретику Столтенберг и озвучил украинской стороне. Документ небольшой, как говорят сами журналисты и те, кто причастен к этому документу. Там есть около 30 страниц. Но вероятнее всего это будут конкретные перечни законопроектов с определенными рамками, которые должен принять Верховный Совет в течение ближайших месяцев для того, чтобы мы получили какой-то положительный сигнал на предстоящем саммите. Так, в документе говорится о необходимости реформирования системы военных закупок и реорганизации разведслужб. Среди рекомендаций для Украины на пути в члены НАТО также фигурирует борьба с коррупцией, укрепление принципов правового государства, а также поддержка прав человека и прав меньшинств. Сегодня мы подтвердили амбициозную программу на год. Вот только этого лишнего года у Украины, ежедневно проливающей кровь в развязанной Кремлем войне, попросту нет, считают некоторые западные аналитики. Так, например, бывший посол Соединенных Штатов при НАТО Курт Волкер заявил, что молниеносное вступление Украины в НАТО лишило бы Путина главной цели войны. Убежден, что политика НАТО сегодня нечаянно посылает сигнал для Путина продолжать боевые действия. Потому что мы говорим, что Украина станет членом в длительной перспективе, но мы не можем привести ее в НАТО, пока продолжается эта война. Это является стимулом для Путина продолжать. Если бы план действий по членству в НАТО для Украины отменили несколькими годами ранее, то и полномасштабного вторжения бы попросту не произошло, поясняют уже отечественные аналитики. Россия воевать против НАТО не может. И в самой России это прекрасно понимают. Если бы, например, было принято решение о принятии Украины в НАТО до 24 февраля 2022 года, то я уверен на 99%, что нынешняя война была бы просто невозможна, и она бы не произошла. При этом вступать в сам Североатлантический альянс Украине вовсе не обязательно. Достаточно лишь запустить этот процесс, дабы отвадить Путина от украинской земли. Выходом из этой ситуации была бы конкретика по поводу вступления Украины в НАТО и принципиальное решение по поводу приглашения Украины в альянс. Приглашение Украины в альянс не означает автоматического вступления Украины в альянс, поскольку процедуры ратификации могут затягиваться на длительное время. И в конечном счете все прекрасно понимают, что ратификация произойдет уже после войны. Но приглашение должно произойти уже сейчас, и это будет сигналом Путина, что он своих целей не достигнет в любом случае и будет только тратить свой военный, человеческий, экономический потенциал. Однако нерешительность наших западных партнеров заставила Кремль 24 февраля 2022 года ошибочно поверить в себя и таки развязать заведомо проигрышную войну. Украина продолжает прогрессировать. Тем временем Россия в военном плане становится все слабее. Но есть одно «но». Россия в этой войне хоть и слабеет, но все равно не отступает. А тем временем коллективный Запад истошно пытается сохранить лицо Путину и раз за разом мешкает с военными и политическими решениями. Так министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил в прессе, что у НАТО имеется вооружение, которое обеспечило бы Украине технологический прорыв в войне. Но вместо того, чтобы передать его ВСУ, альянс предпочитает продавать его в третьи страны.
Можно упрекнуть НАТО в том, что они нам не поставляют оружие, но я все-таки ставлю под сомнение то, что НАТО сегодня способно в нынешней ситуации передать Украине за деньги или на безвозмездной основе оружие достаточно для того, чтобы мы могли там выбить врага с территории Украины. Похоже, Альянс переживает сегодня не лучшие времена, поэтому НАТО продолжает выжидать в надежде, что война в Украине закончится раньше, чем вопрос. Принятие официального Киева в Альянс станет совсем остро. Вопрос только заключается в том, что будет называться для Запада завершением войны. Я думаю, что это будет очень серьезная дискуссия. И в таком формате участия Украины в Североальянсе есть свои преимущества и свои риски. Я, честно говоря, не ожидаю очень скорого предложения по поводу членства Украины по одной простой причине. В любом случае, все сводится к политической воле и опасениям членов Альянса по поводу того, что любая конкретика по поводу вступления Украины – это соответствующая проблема, связанная с возможностью некой полномасштабной войны НАТО и России. Если же Украина окончательно истощит Российскую Федерацию, проблема исчезнет сама собой. Отсюда и неторопливость НАТО в принятии судьбоносных для Украины решений. Вот только жизни погибших за это время украинских защитников не вернуть. И это в теплых кабинетах штаб-квартиры Альянса в Брюсселе, похоже, осознают не все.